Работники правоохранительных органов могут столкнуться с применением ножей ручной работы и с различным сложным рельефом. Кроме того, в некоторых западных спецвойсках приняты на вооружение ножи с различным усложнением рельефа клинка. Опасными являются различного рода пилочки с другой, противоположной основному лезвию стороны оружия. На самом лезвии различные зубцы, пилочки, пропилы, а также различные изменения, внесенные в конфигурацию лезвия, иногда заточенные. В любом случае, как правило, боковая часть оружия остается свободной от этих излишеств. И при захватах, к примеру, лезвия, следует руку держать еще дальше от этих зубцов, максимально плотно прижимаясь к нережущим частям оружия. И здесь, как нигде, важен контакт-контроль с движением противника, чтобы не допустить вырывания оружия из руки и движения какое бы то ни было. Вот почему я рекомендовал не пользоваться элементами захвата за клинок, хотя они в некоторых случаях обеспечивают более эффективное извлечение оружия из руки, неподвижной в первую очередь. А все-таки поставить технику на работу около перекрестия оружия. Итак, идет движение, здесь мы работаем по той же схеме. Например, направление на саморез. Рельеф никоим образом не затрагивается. Однако при выполнении вот этой техники я максимально прижимаюсь к пальцу руки и фиксируюсь за него. То есть, если в первом случае на гладком рельефе я мог бы даже облокотиться на вот эту зону и все равно провести выворачивание оружия, то при усложненном рельефе я максимально захватываю большой палец, прижимаясь к кисти противника, а давление провожу в направлении рукоятки, давя на рукоятку. То же самое, когда я обрабатываю большим пальцем, я выхожу на нережущую часть, на боковую или на перекресть. При каких-либо дополнительных действиях я максимально близко подхожу к рукоятке, обходя рельеф ножа. Таким образом, при приобретении устойчивых навыков выполнения я могу работать без проблем и с ножом усложненной конфигурации лезвия клинка. Некоторые проблемы могут возникнуть с длиной оружия. Данные техники рекомендуются первоначально для ножей не более 30 сантиметров. То есть тогда, когда я свободно провожу их при переводах и передачах. Так что этот клинок имеет еще запас возможного применения 10 сантиметров, то есть в ширину ладони. Таким образом, вот такой боевой нож включает в себя огромный спектр именно ножей. Если длина еще больше, то это уже техника работы как бы против мачете. То есть длинные боевые ножи и мачете имеют другую технику несколько работы. То есть превалирует рубящий удар. Следует лучше обрабатывать атакующего более осторожно и немножко другими техниками. Об этом мы поговорим в следующих фильмах. Конфигурация головки рукоятки может быть разнообразной. Плоская, конечно, удобно, но здесь может быть головка чертика, например. При практике с разными ножами вы без труда приспособитесь к любой головке и все равно будете контролировать ее, обходя рельеф, либо используя его в качестве опоры, если он не ранит руку. Техника работы ими описана в книге «Малые складные ножи и их применение в бою, в рукопашной схватке». Там дана техника фехтования, а приемы противодействия угрозам и атакам ножом даны в пособии противодействия угрозам и атакам ножом. При необходимости, встретив
этим движением руку противника, я без труда могу перевести ее на хорошо изученный мной болевой прием узел кисти наружу. Иногда возникает желание нанести еще какую-то дополнительную травму противнику. Не всегда это оправдано. Ваших технических действий бывает достаточно. И не меняйте удар рукой на удар ножом, к примеру, да? То есть удар ножом всегда эффективнее. Итак, вы встретили противника, а встретили противника. Теперь другая форма воздействия. Смотрите, видите, рука идет вниз, да? И по дуге я просто увожу его вниз, при необходимости фиксирую нож у меня в руке. При этом возможны формы, когда я, переводя или беря оружие, я выполняю как бы движением предплечья, или в некоторых ситуациях, когда у нас возникла борьба за оружие, я могу соскользнуть на кисть и поменять хват. Тогда при его усилии к себе, без труда обезоруживания и добивания, при его усилии от себя перелом локтя с тем же обезоруживанием и добиванием. Таким образом, вы пытаетесь максимально меньше противостоять противнику. Вы как бы исполняете его просьбы одну за другой. Идет нож на меня. Я провожу обезоруживание. При его сопротивлении наружу или внутрь я провожу обезоруживание. При его движении к себе я провожу обезоруживание, при его движении наружу кисти я провожу обезоруживание. Главное, чтобы вы как бы сливались в одно целое с движением противника. В качестве вспомогательных действий только при угрозе на каких-то фазах вы можете наносить удары, выбивающие оружие. Вот эта форма, которая позволит выбить, например, оружие. Точно так же на какой-то фазе, когда вот он стоял, предположим, угрожал, воздействовать именно на эту точку ногой, вы тоже можете выбить оружие. Однако это не главное и не важное действие. Очень важно овладеть именно всем комплексом движений. Так, например, атаковав руку противника, тут же осуществляйте контакт, контроль с ней и выход на устойчивый захват, позволяющий провести обезоруживание выворачиванием ножа. Много трудностей возникает при движении рубящие удары с левой стороны. Как бы, да? Значит, жесткая встреча также чревата поражением вас, выбитым из руки ножом. Отсюда очень важно бывает научиться встречать оружие с одновременной контратакой, таким образом, чтобы оно не только не вышло из руки, но и так, чтобы вы могли полностью контролировать противника и контратаковать его. Встречая какое-то движение, я могу не только перевести его до этой фазы обезоруживания с уже показанной техникой, но и вывести на известный мне прием со всем тем кустом техник, который был показан ранее. Опять же, встретив движение отсюда, я максимально попытаюсь избежать жестких заходов в борьбу с противником. Однако поражение нервного центра может быть оправдано с дальнейшим выворачиванием руки из сустава. Однако, например, при атаках сверху жестких, я бы не рекомендовал бы защищаться таким образом, потому что, несмотря на жесткость позиции, она легко может быть обойдена любым движением слева, справа, и тут уже возникает целый ряд проблем, возможностей как бы защищаться, но травмы могут быть и травмы тяжелейшие. Отсюда, если идет встреча сверху, вот этот вот момент должен быть обыгран. Я не только ухожу с линии атаки, но и направляю оружие своего противника, контролируя головку рукоятки, чтобы моя рука не соскользнула на лезвие. Если же я вынужден встречать руку, я делаю это в более мягкой манере, уводя основное усилие в зону, где легко производится обезоруживание и выворачивание. Далее, точно такое же обезоруживание и выворачивание от удара сверху может быть выполнено на движении, когда я получаю яркое преимущество перед противником, зайдя в зону, где защита невозможна.
Моменты следующие. Воздействие на нервные центры и чисто механическое протягивание внутрь. Опора о грудь головки рукоятки. Далее давление на перекрестие с развивающим таким растягивающим движением руки. И вспомогательное движение большого пальца, позволяющее окончить выворачивание, после чего именно переходом я захожу за противника, контролируя любые его движения. Накладка на лицо только улучшает мою позицию. Вот такая форма позволяет защититься при ярко выраженных ударах. Если же движение идет ближе и более неожиданно, вот здесь коварные приемы, вплоть до удара по боковой поверхности, вплоть до маленького пореза на вашей руке, вы переводите оружие в противника. Отсюда различные движения, конечно же, чреваты, потому что, видите, здесь масса возможностей травмироваться самому. Но бывает ситуация, когда идет слишком близко, вот вы защищаетесь, да? По самому ножу руку вы не успеваете перекрыть, и по самому ножу вводите атакующую руку в тело противника. На этой фазе, опять же, возможно выворачивание оружия. Посмотрите, как это происходит. Большой палец здесь, указательный и безымянный, усиливая друг друга, подводит остальные пальцы. И вот эта вот распорочка позволяет выдавить оружие из руки. Все происходит вместе с телом. Вот это пластичное движение телом, микродвижение стопами обеспечивает преимущество действия. Если я буду стоять четко на месте, мне надо будет затратить в десятки раз больше сил. Здесь же мне достаточно легкого движения, перемещения телом, и противник уже попадается в ловушку. При движениях на меня, исключительно при различных формах движений, исключительно важной формой является уход с линии атаки. Далее мы пришли опять же к той же форме выворачивания, при которой пальцы обрабатывают головку рукоятки и далее поворачивают оружие к противнику и выполняют как саморез, так и контратаку. Итак, схема защиты. Мизинец подложен под безымянный палец. Я как бы срезаю руку противника, вторая рука делает заход от тела, приходя к руке противника. И далее, даже если он потянул руку на себя, к себе, я выполняю прием, следуя за ним, следуя за его усилием. В некоторых случаях я могу встретить руку ныряющим движением, мизинец за безымянный, вот таким движением отбивающим. Вот это движение, да? В некоторых случаях я просто не успеваю уйти телом, и это движение позволило мне спасти мне жизнь. Вспомогательная накладка руки, которая тут же устремляется в известный, показанный уже захват. При опущенных руках я могу действовать движением руки снаружи. Опять же уход с линии атаки. Вторая рука выходит от тела, и далее руки переходят в уже показанные формы. При необходимости я забираю оружие. При необходимости я осуществляю саморез, обратите внимание, на ногу. При необходимости я осуществляю полностью защиту, вспомогательные действия, осуществляя атаку противника и при необходимости обезоружу его одной рукой. Вся эта система позволяет иметь хоть какие-то шансы при противодействии противнику вооруженным ножом. Если же нож защищает предплечье и достаточно опасно движется со стороны, следует блокировать вот эту зону. И далее вы приходите к уже известным, показанным ранее практикам. Итак, вспомогательное движение, перевод руки, захват. Вспомогательное движение, перевод руки, выход на болевой прием. Помните соскальзывание с руки на выдавливание оружия, передачу в другую руку. Встреча в другой рукой, остановка руки. Теперь мы разберем как бы возможности движения противника. Тянет на себя руку. Выворачивание, соответственно, с выдавливанием руки
Видите, оружие из руки. Вот это направление выдавливания. Толкает от себя, туда хочет пройти. Пусть туда же идет. Вот мы поворачиваем, воздействие на локоть, воздействие на выворачивание кисти по аналогии с предыдущими уже показанными приемами при другом хвате. Вот выполнение этой же техники, но в момент, когда у большого пальца находится не лезвие, а рукоятка. Вот этот момент. Перелом руки до конца, саморез, обезоруживание. Движение срез, передача, фиксация. Он тянет или хочет порезать руки мне, да, то есть вот направленные на руки. Вот все тело, видите, приходит в позицию, когда давление, какой бы силы оно ни было, уходит в ноль. Кость руки передает давление на кость тазобедренного сустава, и все уходит в землю. Выдержать можно огромные нагрузки. Отсюда вот эта вот схема передачи усилий в никуда исключительно важна для того, чтобы каждый исполнитель знал это принцип и пользовался им. Отсюда здесь возникает патовая ситуация на долю секунды, которую я могу воспользоваться для удара в лицо, ребром ладони, воздействие на глаза и так далее, и так далее. После чего, естественно, расслабляется кисть руки. Я могу выполнить либо саморез, либо обезоруживание, либо болевой прием с обезоруживанием и одновременным переломами пальцев по той схеме, которая были показаны. Удар наотмашь. Очень опасное движение, однако существуют следующие принципы. Воздействие на локоть, видите, немножко снизу. Я направил движение уже немножко вверх от себя, приведя к руке, забрал оружие. Если возникли какие-либо сложности противоборства, я могу не только поразить локоть и забрать его по аналогии с предыдущим приемом, но с другим хватом, но и выполнить целый ряд других вспомогательных техник. Например, переход на узел руки наверху, с саморезами в этой же зоне, с переломами пальцев в этой же зоне, уколом в этой же зоне. Так что, видите, в данном случае я четко совмещаю поддавливание выворачивания пальцев с окончательным уколом в тело противника. Естественно, при наработке я направляю удар мимо тела противника. Встретив, очень важно первым делом как бы встретить локоть и далее распространяться к этому. То есть очень редко, когда вы сразу отсюда встречаете. Да? Таким образом, у вас существует целая система защиты в данном положении. Вы можете перевести руку противника, особенно если она шла чуть ниже. Вы пропустили руку до сих пор. Далее вы либо направляете в него удар, либо обезоруживаете его вот таким движением. Посмотрите, как это выполняется. При любой деятельности, например, вот в этом положении, я могу выполнить вспомогательные приемы, которые долю секунды займут у меня, но приведут к успеху действия. Удар в глаз позволяет ослабить руку, далее перелом руки, далее обезоруживание. Удар в глаз, жесткий удар в глаз с выворачиванием и внимание на руку с ножом, обезоруживание у тела путем выворачивания на теле. Здесь уже удар в ногу, позволяющий свалить противника и добить его далее. Лишение опоры позволяет расслабить локоть, что позволяет сломать даже простым нажатием и опять овладеть рукой. Другими словами, ни в коем случае нельзя просто атаковать систему в момент остановки и возникновения усилия противодействия. Следующим навыком расслабления является толчок в локоть, после чего вы выламываете локоть рывком на себя. Толчок в локоть производится в направлении плеча противника. Посмотрите, вот такое. И далее выполнение приема. Отсюда кажущаяся легкость приема обманчива. Все решает правильная техника. Никогда вы не сможете вывернуть руку, напряженную в чистом виде. Однако, чуть боли, поезд пошел. Кроме того, вы всегда можете свести все к другой схеме приема. Например, два вспомогательных действия по выворачиванию. Я начинаю действие и поддерживаю второй рукой выворачивание. Начав выворачивание, в один из прекрасных моментов я понял, что я могу применить до выворачивания. Вот таким образом нож перекочевал мне в руку. Начато было таким образом. А далее я просто зацепил, вывернул нож.
даль и тут же атаковал, тут же защитился. Таким образом, откуда бы ни шла атака и какой бы хват ни использовался, попробуем сейчас медленно посмотреть на перемещение рук. Ваша задача первая – защищать тело. И вот теперь смотрите, вот он приближается ко мне. Вот эта фаза. Момент. Видите, я ушел под нож. То есть даже если бы он был выбит, нож пошел по другой траектории. Далее я повел к нему. Уже рука легла там, где мне нужно. Но в этот момент я ощутил еще то, что нож не слишком плотно удерживается в руке. И поэтому я тут же использовал возможность выворачивания оружия. Большой палец тут же овладел головкой рукоятки, и поэтому даже лежащие в непосредственной близости от режущего острия два других пальца не коснулись его. Это уже динамика исполнения. Я должен уходить, уходить, уходить. И вот момент, момент истины. А движение, вот оно прошло, вот оружие прошло около меня. И я получил преимущество, потому что оно прошло около меня, и я смог прилипнуть к противнику. Прилипнув к противнику, я получил преимущество на те действия, которые он закажет. То есть он тянет к себе, я направляю к нему, используя выворачивание для выворачивания, давление на перекрестие. Осуществив давление на перекрестие и удержав большим пальцем головку рукоятки, я не только совершил колющий удар, но и дополнительным движением завладел оружием. Таким образом, все показанные элементы сливаются в некую общую целостность, комбинируются друг с другом, иногда сливаясь воедино. Универсальная боевая система – это уникальный комплекс знаний, умений и навыков, а также способ их накопления, распространения и использования в рамках задач, связанных с подготовкой человека к профессиональной боевой и любой другой экстремальной деятельности. Унибас перекрывает собой круг вопросов, ориентированных на физическую подготовку, рукопашный бой, огневую подготовку, практику выживания в различных условиях, тактическую, тактико-специальную и психологическую подготовку. Занятия по предметам боевой подготовки базируются на целостной концепции, построенной на единой психофизической основе, что позволяет существенно повысить эффективность профессиональной деятельности обучаемых и избежать противоречий, пока нередко встречающихся в боевой подготовке армейских и других спецподразделений. Сейчас будут продемонстрированы вспомогательные упражнения по закреплению навыков уже освоенных выворачиваний. Появился нож, следует восстановить дистанцию. Руки должны уметь уйти из-под удара. Это очень важный навык. Я прилепился к движению, и вторая рука в нужный момент осуществляет контроль, передачу. В этот момент я мог осуществить какую-то, это я только для себя обозначаю, и далее опускаю руку на свободу движения. Контроль, вторая рука меня защищает, она пошла вниз, рука защищает, рука пошла вниз, перехват, остановка, рука пошла вниз. Видите, грамотное движение рук, вот перехват, остановка, захват руки. Воздействуя на те или иные формы руки, я позволяю не только остановиться, но и изменить направление движения тела, позицию его и даже направление лезвия. Так, например, лезвие стояло таким образом, вверх, да? При ударе вниз, оно пошло вниз, позволило мне, то есть при толчке таком своеобразном, перевести его в нужном мне направлении. Как бы с двух сторон я обрабатываю руку противника, вторая рука меня защищает. При резком сбросе руки, как бы движение к себе, разрыв дистанции, все восстанавливается, я увожу руку. Очень важным моментом является умение защитить руку, выставленную вперед. Смысл заключается в том, чтобы не только уйти рукой с линии атаки руки, но и перехватить оружие, вооруженную руку противника, с целью обеспечения той или иной техники успешной. Более того, например, при атаке руки я могу зайти под руку противника и выполнить все те же обезоруживания в том же наборе. Итак, поражалась рука, выставленная вперед. Она выходила либо сверху и дальнейшим какие-то манипуляции, либо она подходила под режущий, рубящий удар по руке под низ. И вторая рука тут же обеспечивала мне безопасность. Таким образом, защищая эту руку,
я мог получить преимущество перед противником. Однако действия руки не допускают следующей ошибки. Поражение руки или увод ее и открытие зоны поражения. Отсюда ваши руки всегда готовы заставить защитить и тело. Они не уходят далеко, даже сохраняя себя. Прилипнув к руке противника, ни в коем случае не держите его, стоя на месте. Например, он пытается сделать рывок или передачу, тут же подходит вторая рука. Он передал из руки в руку, но здесь я уже завладел оружием и вышел на нужную схему атаки. Далее. Передача из руки в руку может быть осуществляться и перебросом. И тогда у меня все равно работает та же система защиты. Он пытается поразить мои кисти рук, когда уже был захват. Это невозможно. Рука движется одновременно с его захваченной рукой. Его атаки ногами будут блокированы движением ног исполнителя. Его атаки головой блокируются плечом и головой исполнителя. Вторая рука контролируется на определенную долю секунды. Потом при переходе она может нанести какой-то вспомогательный удар и выполнить ту или иную технику обезоруживания, после чего я завершаю наш поединок. При передаче в контакте, когда я уже контактировал с рукой, я просто перехожу с руки на руку. Предположим, рука его ушла куда-то, я сделал вспомогательную технику, иногда мне легче и эффективнее выполнить болевой прием на вторую руку, не теряя из виду и контролируя возможности действия другой рукой. При первой же возможности я перехожу на вторую руку, завладевая оружием. То есть не всегда является возможным работать только против вооруженной руки. Если появляется возможность, например, он там пытается достать откуда или замахнулся чересчур, например, да? Вот вы работаете вспомогательными движениями и только потом приходите к боевой руке. Или, например, он держал руку сзади манер и выставил вперед руку. В этот момент я увидел, что его можно взять вот таким образом, да? Я воспользовался этим приемом, но это требует уже определенного мастерства, определенных навыков, чувствования поединка, решительности, уверенности в освоенных техниках. Следует помнить еще о чем. Очень многие боятся как бы при выполнении вот этих приемов, при обращенном лезвии к себе. То, что движение к себе вызовет определенную травму. Да, такая возможность существует. Однако при правильном выполнении приема лезвие не режет руку, а на руку опирается лишь боковая часть оружия. Отсюда это сделало излюбленным приемом как системы джиу-джитсу, так и самбистов подобные техники. Просто в некоторых случаях этот прием заканчивается эффектным выбиванием, выворачиванием, после чего нож вылетает. Однако здесь, в нашей системе, рекомендуется избегать потери контакта с оружием. По той простой причине, что может быть совершен в этот момент перехват из одного положения в другое. И так перехват, смотрите, я сейчас продемонстрирую, ап, и вот идет, видите, в пальцах перехват, и выход, значит, ножа в другом направлении. То есть я ап, если происходит подобный перехват, то я все равно прихожу к зоне, в которой я осуществляю другое обезоруживание, и меня нисколько не обескураживает проведенное действие. Однако, если я потеряю контроль с оружием и буду пытаться выполнить только динамическую часть, вот здесь у меня могут возникнуть неприятности. Отсюда в некоторых самбистских приемах видна явная недоработка, рассчитанная только на применение неподготовленным противникам, невысокого уровня подготовки, открытых, ярко выраженных нападений, без каких-либо финтов и обманов. Вот почему ценность техник прошлого фильма совместно с техниками этого фильма возрастает многократно. По той простой причине, что здесь подготавливается всесторонний развитый боец, ножевик и рукопашник, знающий пластичную систему применения ножа. Уникальность и высокая социальная ценность системы обусловлена рядом положений. Специалист, подготовленный методами УНИБОС, представляет из себя личность с гармонично развитой системой таких психофизических качеств, которые гарантируют эффективную реализацию профессиональных функций,
позволяют значительно увеличить ресурс выносливости, сохранить физическое и психическое здоровье, увеличить профессиональное долголетие. Кроме того, в результате специфичности подготовки человек приобретает способность в дальнейшем самостоятельно развиваться, ассимилируя новый профессионально значимый опыт. УНИБОС представляет собой целостную систему психофизического тренинга, основанную на единых принципах, что позволяет, с одной стороны, унифицировать процесс подготовки специалистов различного профиля, а с другой стороны, максимально учесть индивидуальные особенности и уровень подготовки каждого обучаемого. Разработанная система тренинга позволяет избежать главного порока большинства существующих систем подготовки бойца – спортивного стиля поведения в боевой обстановке. Этот стиль проявляет себя в ограниченности боевого мышления, отсутствии способности импровизировать в рамках всех имеющихся возможностей и задач, пассивности в критических ситуациях, повышенной тревожности при отсутствии информации о противнике и методах его боевой деятельности и так далее. Техники, о которых сейчас пойдет речь, можно нарабатывать лишь на деревянных ножах-макетах. Дело в том, что рукопашник, работающий с ножом и против ножа, должен знать способы противодействия стандартным обезоруживаниям. Так, например, когда рука попалась в захват, узел руки наружу, удерживающий нож может воспользоваться следующими способами. Первое. Продолжить усилие на опережение, снимая руку с захвата и силой поворота руки, вооруженной ножом, атаковать своего противника. Итак, посмотрим на это еще раз. Выполняется движение, я опережаю, идет движение с ножом. При этом рука может быть отброшена и другим способом. Обратите внимание на действие ножа. Далее мне ничего не мешает травмировать мышцы руки и, следуя дальше, нанести роковой удар. Посмотрите снова всю технику вместе. Движение, выход на какую-то атаку. Захваченная рука может быть освобождена еще одним способом. При начале действия противника я проталкиваю свой локоть между его рук, поворотом руки, освобождаю вооруженную руку и тут же могу атаковать в любую удобную, доступную для меня зону, включая абсолютно неожиданные удары в область спины, в область почек. Если я подключаю вторую руку, положение еще проще, потому что я контролирую руку захватом, а мою вооруженную руку уже ничто не контролирует, потому что предплечье или плечо ограждает ее от второй руки. Снова захват. Удержав на долю секунды руку от разрушающего действия болевого приема, я передаю оружие второй руке, а первую руку привожу близко к телу, захватывая одежду на теле. После чего выполнение болевого приема становится невозможным, а проведение контратаки становится легким. Подобные же вещи могут быть вот в такой форме, когда две руки с использованием рычага оружия пересиливают захват, и я могу идти к телу своего противника. При попытках его уйти от этой атаки, я следую за ним всем телом в сторону наибольшего сопротивления. Так, например, обратите внимание на положение ножа у тела. Противник поворачивается, следовательно, я должен изменить направление, идя внутрь его наиболее важным жизненным органом. Видите, как неотвратимо следует за ним нож. Кроме того, в любой момент я могу перехватить
оружие. И если он не сумел перестроиться, то по касательной, а далее и тычком я прихожу к своей цели. Теперь разберем несколько элементов прохода тогда, когда руки просто встречаются, перекрывают мое движение. Моя задача создать некоторое преимущество. Для этого что я делаю? Я в первую очередь изменяю положение туловища. Потому что если сейчас преимущество имеет он при проведении приема, то как только подошла моя рука, а далее на носке повернулось тело, преимущество оказалось уже на моей стороне. Обращаете на форму болевого воздействия на кисть, и какая-то форма прохода к горлу не обеспечена. То же самое может быть выполнено одной рукой, когда я наношу удар, забираю руку на себя, выворачиванием оружия и вооруженной руки освобождаю оружие для атаки. Со вспомогательной рукой то же самое. Удар, рука вспомогательная, позволяет придать телу противника положение наиболее удобное для меня при любом виде атаки. С нескольких направлений мы попробуем то же самое сделать. Вот встреча была произведена. Если я останусь на месте, мое оружие вылетит. Значит, у меня два способа. Либо перехватить оружие в руке, либо создать преимущество в силе, которое создается за счет болевого приема. Далее движение. И вот я уже вышел в удобное для меня положение. Шла атака к себе, вперед. Не обязательно такая форма, можно захватить любым захватом. Главное, чтобы это было естественно. Я наносил какой-то удар, встретили, я убираю конечность, которая мешает мне, одновременно защищая область паха или атакуя ногу. И далее, движением вооруженной руки, кистью, я отбрасываю руку в сторону, провожу атаку. Далее может быть использован момент протыкания тканей для того, чтобы легче развернуть противника и выполнить окончательные добивающие удары. Мы схватились где-то внизу. Такое положение руки, хват от большого пальца, менее выгодно в борьбе с безоружным противником, чем хват от мизинца. Хват от мизинца обеспечивает более уверенную работу с ножом. Также хват от мизинца более уверенно применяется при противодействии атакам длинномерным оружием, дубинками и так далее и тому подобное. Встречи могут выполняться защиты вот в такой форме. Однако определенные нюансы работы существуют и при вот такого рода захватах. Первым делом, что можно сделать? Можно разъединить захват, и тогда усилия моей вооруженной руки всегда будут более эффективны, чем усилия руки, удерживающей мою вооруженную руку. Встретили, ушли, отвели руку, вошли в противника. Встретили, переводы, отвели руку, вошли в противника. При необходимости осуществили захват за пальцы, полностью контролирующий противника. Режущий удар встретили. Моя задача перекрыть руки противника, препятствуя дальнейшего технике. И далее выполнить какую-то атаку. Шло движение. Начинание движения. Я смещаю противника, мешая осуществлению его движением руки. Атакуются пальцы, атакуется сама рука, атакуется противник. Движение. Оп, перевод. Оп. Нож непредсказуемо может двигаться с различных направлений. И когда я встретил атаку,
Моя задача подвести нож ближе к телу, чтобы иметь преимущество в давлении на конечности. Моя задача помнить о том, что лицо должно быть защищено наклоном головы, и что любая атака ногой в любой момент должна блокироваться нижними конечностями, либо мимо проходящим ножом. Идет атака, я режу и далее перехожу к другой технике. Когда я бью, выходят на захват, первое, что вы успеваете делать, это остановить собственную руку и спасти ее от болевого приема. В данной ситуации великолепно можно применить короткий удар зубом, глазным зубом, который должен выполняться направление основания зуба и отвлекает внимание противника, расслабляет его кисть и, более того, позволяет снять захват с вооруженной руки. На укус, как правило, времени нет, а вот такое движение, режущее или ударяющее, вполне может быть применимо. Посыл руки, остановка руки, посыл руки. Для рукопашника важно поэтапное совершенствование техник. Первоначально он учится оказывать сопротивление, затем учится техникам нападения, или первоначально изучает техники нападения, а потом сопротивления, в зависимости от групп изучаемых приемов. Одновременно нельзя изучать техники нападения и сопротивления, противодействия техникам нападения. Освоив техники нападения, приступают к изучению техники защиты. И лишь потом начинают осваивать техники противодействия защите. Если техники противодействия защите будут осваиваться раньше прочного усвоения навыков нападения и защиты, то навыки не лягут на схему действий рукопашника, то есть практически не будут полноценно освоены. В структуре подготовки по УНИБОС предусмотрена возможность использования различных методик. Это могут быть методики скоростного обучения. В зависимости от задач и сроков подготовки по УНИБОС они ориентируются на формирование узкого спектра знаний, навыков и умений. Такие методики могут быть использованы в целях быстрой подготовки к отдельным видам экстремальной деятельности. Но, как правило, применяются целостные программы, целевой установкой которых является гармоничное, комплексное развитие личности профессионала путем формирования ряда специфических психофизических качеств, позволяющих в дальнейшем без помощи инструктора совершенствовать свой профессионализм. Прикладная ценность системы УНИБОС обусловлена еще и тем, что она позволяет осуществлять работу одновременно с достаточно большим количеством обучаемых. При этом система ориентирована на индивидуальные особенности каждого, что дает возможность максимально оптимизировать процесс обучения. Сохранение и накопление знаний и опыта по различным направлениям УНИБОС происходит не путем прямого складирования информации, что влечет за собой ее значительные потери. Основная задача системы сформировать у инструкторов и обучаемых специфическую культуру познания, основанную на единых, научно обоснованных принципах мыследеятельности. Профессионал не складирует знания и опыт, отбирая существенное лишь на сегодняшний момент, а строит детальный образ ситуации, что позволяет восстанавливать в дальнейшем любую требуемую информацию, ставшую актуальной без существенных потерь. В качестве противодействия защитам ножом очень часто при атаке используется для начала имитация удара или удар рукояткой, после чего идет, собственно, настоящая атака. Так, например, я могу выполнить атаку, кисть у меня позволяет отвести руку и пройти к окончательной атаке.
Если бы я выполнял это же напрямую, была бы возможность моего обезоруживания. Если я это выполняю через рукоятку, я обманываю своего противника и далее могу беспрепятственно продолжать атаку. Для освоения данных техник обязательно знание материала, представленного в предыдущих наших фильмах «Нож в бою. Противодействие атакам и угрозам ножом». Специализированное охранное агентство «Арсенал» существует в Нижнем Новгороде с 1995 года. Имеет собственную техническую и кинологическую службу. Агентство сотрудничает с ведущими отличными специалистами. Медведев, универсальная боевая система. Потапов, стрельба по методике СМЕРШ. Фонарев, Национальная ассоциация телохранителей. Костяк агентства составляют бывшие сотрудники спецназа Главного разведуправления, воздушно-десантных войск, внутренних войск, сотрудники Федеральной службы охраны, а также аттестованные инструктора универсальной боевой системы и члены Национальной ассоциации телохранителей. Специализированное охранное агентство «Арсенал» предлагает следующие виды услуг. Все виды вооруженной охраны собственности. Личная охрана. Охрана массовых мероприятий. Монтаж технических систем, видеонаблюдения и сигнализации. Научно-информационный производственно-коммерческий центр «Восход» предлагает книги и видеофильмы, серии «Скоростное бойное поражение», «Выживание», «Спецтехники» по различным системам, стилям и школам боевых искусств планеты. Центр «Восход» проводит учебные семинары по следующим направлениям. Уникальная фамильная школа «УШУ» «Шоу-Дау». Прикладной рукопашный бой «Унибас». Айкидо, карате, чатакан и кикусенкай. Массаж «Шоу-Дау». Основы фитотерапии. Прикладные комплексы. На базе Центра «Восход» проходят все учебные семинары президента Международной ассоциации «Шоу-Дау» Медведева Александра Николаевича. Центром «Восход» созданы и уже поступили в продажу следующие фильмы серии «Скоростной бой на поражение. Выживание. Спецтехника. Нож в бою». Боевое применение малой саперной лопатки. Профессия телохранитель. Противодействие атакам боевым ножом. Готовится к выпуску фильмы серии «Профессия телохранитель». Тактика пешего сопровождения охраняемого лица. Огневой контакт на сверхкоротких дистанциях. Экипировка телохранителя. В настоящий момент в серии «Тайные касания даосов» увидел свет первый фильм по основам даосского массажа. Чен-чен-чен-чен!